Сегодня пятница, а это значит, что вас ждут новости от волонтеров. Собака по кличке Кассандра сама прибилась к волонтерам, но долго не давалась в руки. Спустя время собаку удалось поймать. Девочка стерилизованная, с прививками, с паспортом. Очень активная, игривая, сильная. Охранник, я бы сказала, на 10 с плюсом. Всех любит, пузик подставляет, но... Это собака одного хозяина, скорее всего. У нее период привыкания будет несколько больше, чем у обычной собаки. Кассандре 1,5 года. Она в самом расцвете сил. Кто не боится потратить время и терпение, приложить усилия и любовь, получит чудо-собаку. Если вам понравилась Кассандра, обращайтесь к волонтерам.